Всем привет! Показываю вам сегодня свою посылочку от компании Avon по 10 каталогу. По фокусу я заказала набор из 5. Это у нас новинка, как я понимаю, или хорошо забыто старый аромат. Малина и черная смородина. В наборе была пена 500 мл, гель для душа 250, лосьон для тела 200, спрей для тела 100 мл и 75 мл. Вот такой кремушек для тела. На нем остановлюсь и скажу вам, что он не жидкий, он не вытекает из тубы, он довольно-таки насыщенный, плотный. И очень эта серия обладает приятным ароматом, таким для меня сладковатый. И малину слышно, и смородину. Если у кого нет проблем со здоровьем, слышат эти ароматы очень хорошо. Так, дальше. Вот такие прекрасные спреи для тела. Не для тела, а для волос, для легкого расчесывания с ароматом яблочка. 200 мл с пульверизатором. Долго на них не останавливаюсь, все про них знают. Хорошие спреи, часто их берут как для деток, так и взрослые девушки. Бальзамчики Today после бритья по 100 мл. Очень приятный аромат. Мужской парфюмированный. От парфюма, да, идет такая линейка. Я их взяла 2 штуки. Вот. Это по распродаже было. По фокусу взяла попробовать новинку сухой шампунь для волос. 150 мл. Я такими шампунями пользуюсь на работе после суток. Очень удобно. Так дома я ими не пользуюсь. Мне проще утром помыть голову. Я знаю, что я с чистой головой. Так, что еще такое? Это у нас розовая водичка. Очищающая, да? Да. Розовая вода для всех типов кожи, освежение, 100 мл. Ну, аромат такой розой пахнет. Я бы не сказала, что она прям сильно химозная. По своим свойствам я еще ее не тестировала, заказываю впервые. Смотрю Елену Ком, девочку из Киева, она часто ей пользуется и хвалит ее. Я думаю, закажу себе, попробую. Почему бы и нет. Повторила я покупочку. Это солнцезащитный крем для лица и тела. Даже не крем, а лосьон. 150 мл. Защита от солнца. SPF фильтр 50. Отличное средство сейчас на лето. На руки, на лицо, на зону декольте, чтобы не сгорать и не плавиться. Вот такой набор. X-Series, да, фиолетовый. Гель для душа и шампунь 2 в одном. И туалетная водичка. Здесь 250, туалетная вода 50. Парфюмированная женская вода Little Lace Dress. Правильно я читаю? 50 мл зафольгирована. Девочка у меня на работе говорит, дай мне что-то агрессивное такое. И ей понравился этот аромат, она его забрала. Так, Viva La Vita. Это у нас 50 мл парфюмированная водичка. Что еще? Еще вот такая Rare, правильно я читаю, Platinum. Я такой пользуюсь сейчас 50 мл только золотой. Но она, конечно, такая немножко сладковатая для лета, но иногда хочется что-то такое себя побаловать, да? Вот такие две. Я не вижу, это парфюмированные. Нет, это туалетные воды. Мужские по 75 мл в Victory, да, Black Sea Intense, правильно я читаю? Тоже зафольгированный, на подарок вообще бомбезный вариант. Что еще? По фокусу была такая типа акция. Я взяла 3 мужских аромата, маски, да, Марин, Шторм и Вулкан, красная такая туалетная водичка. Они идут по, по-моему, 75 мл. Да, по 75. Так, в заказе у меня сотрудница заказала 2 крема для рук с маслом какао для сухой и очень сухой кожи. Как видите, они уже идут по 75 мл. Такие малюсенькие. Вот такие малюсенькие тюбички. Ну, ничего. 75 мл тоже нормально, не надо 100 мл носить в сумке, если берете с собой.
Так, такой набор. Райское увлажнение, маска для лица с оливой 75 мл. И маска для волос 200 мл укатилась. Я когда-то ей пользовалась. Она стоит не бюджетно. Ну, у меня короткие волосы, мне ее много не надо, совершенно чуть-чуть. И я что-то за ней заскучала, думаю, закажу еще. Цена была приемлемая, поэтому я взяла такой себе наборчик. Так, пока мы это отодвинем на задний план водички, покажу вам, что еще я заказала. Из серии Nutri Effects, 40 эффект или Effects, антивозрастной крем, восстанавливающий, дневной и ночной, дневной SPF фильтр 20, ночной идет уже без защиты. Крема зафольгированные по 50 мл. И из этой же серии Nutri Effects, сейчас я так, это я уже на осень взяла себе, а вот такую сыворотку активное увлажнение, это у нас быстро впитывается, не оставляет блеска, масло, не сыворотка, масло, 30 мл, я даже могу ее открыть, показать вам, и, наверное, сразу попробуем на руке. Инструкция. Вот так выглядит стеклянная бутылочка. 30 мл. С пипеточкой. Так все гламурно. Сейчас быстренько на руке попробую капельку. Аромат очень приятный. Пока блестит. Что там пишут? Это масло для всех типов кожи, не оставляет блеска, быстро впитывается. Ну вот, пока я нанесла, пока блестит немножко. Ну, такое приятное это масло. После него, наверное, даже и кремом не надо пользоваться. Ну, подождем пару минут, пока я вам остальное покажу, расскажу. И я вам скажу, как она блестит или не блестит. Еще я заказала вот такой крем. Серия New заряд энергии. Ставим сюда. Маленькая-маленькая стеклянная бутылочка, точнее баночка. Вот так выглядит. Кремушек белого цвета. Вот вам показываю. Очень приятно пахнет. Не такой, нету каких-то химозных отдушек. Тоже буду им пользоваться. Заряд энергии. Боже, уже заряжусь. Все, девочки. Вот это масло стеклянной бутылочки для всех типов кожи. Оно уже впиталось. И действительно нету никакого блеска. Вот, видите, на руке. Не блестит. Все, впиталось. Хорошо. Пахнет очень приятно. Что еще? Ну и такой по мелочи покажу вам дезодоранты шариковые. Сейчас лето, они быстро улетают, и я такими пользуюсь, и мне очень нравится. И буду заказывать и заказывать. Черное платье, персив, две штучки, так. И зелененький, 48 часов защиты, сила свежести. Вот такой, у меня есть на работе на него клиенты. Вот и все, весь такой был мой заказ. Такая небольшая кучка. Покажу вам вот так. Ну, где-то на 1200-1300, по-моему, гривен был заказ. Все, всем спасибо за внимание. Буду с вами прощаться. Пока-пока.